С этого дня начинается отсчет нового этапа вашей жизни – служба в органах пограничной службы. Выражаю уверенность, что приняв военную присягу, каждый из здесь присутствующих воинов-пограничников с честью выполнит свой конституционный долг и будет достойным продолжателем славных традиций героев-пограничников. Приступить к принятию военной присяги. Есть! Я, гражданин Республики Беларусь, торжественно клянусь быть преданным своему народу. Свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Это день расчета мужества. Он становится настоящим патриотом своей родины, настоящим мужиком. Я сам помню, 39 лет назад, 20 декабря 81 года, я принял присягу. Я день помню, как и сейчас. Когда я принял военную присягу, я почувствовал, я стал мужиком. Я сегодня с гордостью, с убеждением скажу сказать, что на всех пограничных заставах, постах у нами созданы условия для проживания. Это условия 21 века. Мы приглашаем любое время, любых родителей посетить любую пограничную заставу, где служат их дети. Ну, пройдет немножко пандемия, и родители придут сами в любое время. Даже не надо предупреждать нас, придут посмотреть, как живут их дети, чем питаются, как несутся. Это наша задача, наша гордость. Мы постоянно занимаемся, постоянно получаем новые знания. Знания очень интересные, служба очень интересная. Особенно вот предметы тактика пограничной службы, на мой взгляд, это особенно интересный предмет. Это наш основной предмет, который нам нужно знать. Обязательно хочу поехать на границу, попробовать, что это такое, прочувствовать. Ну и в конце концов проверить себя. Поняли, что такое армия, что такое ответственность за свою страну, за свою родину. Тем более мы, как пограничники, несем, наверное, одни из главных людей, которые несут ответственность за нашу территориальную независимость, территориальную целостность страны. И я считаю, что для каждого пограничника слова в присяге, что мы клянемся защищать независимость и территориальную целостность нашей страны, одни из самых важных слов. Моя основная задача – родину защищать, а также свою семью.